Александр Семенович попал на Волховский фронт в 225-ю стрелковую дивизию 299-го стрелкового полка. 29 января 1942 года на восточном берегу реки Волхов взвод отправился на выполнение боевого задания. В головном дозоре были Красилов, Черемнов, Герасименко. Полтора часа они добирались до западного берега реки, до передней линии обороны противника. Как вдруг перед ними выросли два часовых немецких. Часовые были уничтожены выстрелами, забросали гранатами дзоты. Победа, казалось бы, была близка. Как вдруг из ранее трех молчавших дзотов застрочили три немецких пулемета. Над взводом нависла смертельная опасность. И тут встают три фигуры, не сговариваясь во весь рост, подбегают к амбразурам вражеских дзотов и закрывают своими телами. Очевидцы боя рассказывают: наступила такая тишина, из оцепенения вывел нас крик командира: «Вперед за сибиряков, ура!» И взвод кинулся на врага. Бой еще продолжался полтора часа. Молодому поколению хочется пожелать, чтобы они несли ответственность за родину свою, если родина окажется в беде, так же, как несли ее миллионы Красиловых, Черемновы, Герасименко. 1418 дней.